Новый год. Он сказал, в поездку не поедет, не оформляет поездку, представляешь? А все же, а у всех, у кого-то на квартиру уже подходит машина в очередь, у кого-то квартиру нужно покупать, у кого-то менять надо, кому-то надо еще там дачи, все. И его, значит, и говорит, слушай, потом стали выбирать, кто поедет, все боятся ехать к этому, идти. А Евгений Александрович, а рядом же он, дом, ты знаешь, он же здесь, на Неве. Ну вот, Дворянское гнездо назывался дом. Дворянское гнездо. Ну я, значит, вот я тогда, и Квали тогда вот дома был у него еще на той квартире, на партизана Германа. Ну вот, я вот год забыл. Так что, ну это не суть важно. И мы туда, значит, мы вот. Мне сказали, кто смелый кого. О, давай, Киру, мне там, значит, наши. Ну, а я тогда был, общественным занимал должность, в общем, достаточно, как сказать, сильную, потому что был председатель правкома. Председатель правкома был этого, филармонии всей. Ну вот. И меня, говорит, как делать? Давай Деда Мороза нарядим. Значит, Снегурочку мне тогда, Колоскову. Значит, скрипачка была из первых клипов Колоскова. В Малом оперном театре меня нарядили Дедом Морозом. Она так, ну, и загримировали вот такую бородищу мне, красный тулуп этот, бородища, усы, все, брови там, все, шапка. То есть мне не узнать ничего, очки, конечно, без очков. И, значит, Наташа Колоскова. И ее, конечно, она без грима, она просто оделась в костюм Снегурочки. Все. И мы приезжаем, значит, сначала, а Евгений Александрович где-то узнали примерно. Никто не знал, Александра Михайловна не знала. Никто вообще, только мы приедем. Значит, так, неожиданно, значит, десант. И ее, значит, боялись, что... Значит, может, знаешь, как он поведет себя. А он очень был тогда, как, ну, не то что расстроен, но очень в таком был состоянии, нервном. И с утра поехали по, значит, сначала по таким квартирам, по детям сначала, потому что, чтобы успеть. Других, чтобы зря не пропадало, еще же я наряжался, и надо все ездить. Ну и все, я везде приезжаю, мне, значит, Дед Мороз рюмочку с Новым годом. Я говорю, нет, извините, я еду к Евгению Санычу, должен ехать, потому что поздравлять его вот где-то сейчас, буквально где-то, ну в час где-то, условно так, вот я прям. Ну и мы едем, вез нас такой этот Леня Гесин, альтист. Может, фамилия знакомая, да? Mm-hmm. Ну вот. И едем, и приехали мы к Евгению Александровичу. Ну, я его поздравил, это отдельно, это можно целый фильм снимать, как рассказывал, как он меня встречал, как меня узнал потом, когда мы сидели, когда мы уже сели за стол, и он говорит, ну, Дед Мороз, тут я уже не отказался. Он говорит, ну, Дед Мороз, надо с Новым годом поздравить. Ну, и говорит, что, шампанское, коньяк, там, я говорю, пью водку. Значит, водочку налил, он коньяк. Мы, значит, с ним пойдем. Я так аккуратно, чтобы себя не очень не портить мнение о себе. Ну, то и мы выпили все. И узнал он до меня, так долго вот смотрел, уперевшись, потом смотрел, узнал это, Соколов. По глазам узнал. И после этого уже все. То есть не то, и мы садимся на машину, я говорю, куда есть. Самый далекий был адрес, это Валентина Галузина. И мы, значит, туда, на вот эту вдаль, это партизан Германа, на другой конец города. Ну, мы туда приезжаем, ну, там, конечно, у него ребята, детишки там, все, и мы там спокойно. Там я уже мог себе позволить уже это, и закусить, так что мы с ним там уже хорошо отметили, вот так.